Здравствуйте, дамы и господа, приветствую вас на нашем канале Max Knife Shop. И сегодня хочу продемонстрировать скомпонованные подарочные наборы. У нас грядут большие знаменательные даты в вооруженных силах, в военно-морском флоте, день ВМФ, день ВДВ. И на примере одного скомпонованного уже заказа, который уходит, я бы хотел вам продемонстрировать, значит, вот такой вот футляр. Человек заказал табличку и с логотипом воздушно-десантных войск, с эмблемой ВДВ. Значит, давайте посмотрим, что у нас внутри. Это офицерская вот такая вот портупея с пряжкой, логотипом, эмблемой воздушно-десантных войск. Это конкретно у нас третий размер, всего 6 размеров. Качественный прошитый ремень с подкладкой, толстая качественная кожа. У нас в телеграм-канале есть сравнение такого ремня, который у нас в ассортименте, с дешманом, который продают там на Авито. Они просто кишат, заполонили все прилавки. Вот, кстати, для примера могу вам показать, что это такое. Видите, без подкладки, тонкий, довольно-таки деревянный ремень. Вот. И пряжка у него не такого качества, но сейчас на этом бы не хотелось фокусироваться. Так вот, значит, ремень с пряжкой воздушно-десантных войск, кожаный, и... Собственно говоря, сам нож разведчика, НР, финка, не знаю, кому как удобнее, называйте. Кожаные ножны, классические, на фиксированном подвесе. Значит, вот сам нож, сталь кована 95 Х18, полировка, рукоятка выполнена из грабов. С одной монтаж, и вот на ноже, обратите внимание, вот такая вот гравировка. Никто кроме нас и логотип воздушно-десантных войск. Это комплект ВДВ, также у нас сейчас есть комплекты... ВМФ и морская пехота. Собственно, вот НР, морская пехота с логотипом морских пехотинцев и их главный девиз. Там, где мы, там победа. И НР, вот такая вот финочка, ВМФ. С нами бок и Андреевский флаг. И здесь, собственно говоря, эмблема ВМФ. Вот такие вот комплекты у нас сейчас есть в наличии. Напоминаю то, что очень скоро знаменательные даты эти состоятся, поэтому успейте, так сказать, заказать, либо сделать себе, либо приятный подарок вашим боевым товарищам, сослуживцам, друзьям и просто, как говорится, хорошим людям. Значит, базовой комплектацией я скину ссылку на товар со всеми точными характеристиками. У нас идет нож и ремень. Значит, данный футляр с табличкой идет как дополнительная опция. Табличка и дополнительные гравировки идут в подарок бесплатно. Вот такое вот сегодня видео, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Вот. Ну и как обычно, добрых всем ножей, дорогие друзья. Хорошего реза. До скорых встреч. Всем пока.